Я не спал, ко мне явилась муза с просьбой написать автопортрет. Говорят, что будто я обуза, и ей на протяжении многих лет, что союз писателей профукал, что проспал самарскую грушью, да и много дел еще профукал, дома просидев, творя фигню. Говорит тебя я из тукана, в люди все пытаюсь затащить, чтоб тобой могла гордиться мама, девушки могли бы полюбить. Ты ж пегаса без толку замыли, в быт залез как полный идиот, в дискомфорт души музы не вхожи, где бардак, там муза не живет. Я в ответ про жизни буреломы, про звезду светящую не мне, про работу, браки и обломы, про далекий свет в чужом окне. Но она же муза, просто баба, и ей бы подколоть и вдохновить, вырастить из семя баобаба, чтобы на ветвях его почить. Бросил я писать стихов творенье, чтоб на счастье защитить патент. Нужен труд, прав, без него хотенье, без труда и гений импотент. Вдруг в саете мыслей озаренье осветит наш творческий союз. Мир мне даст признание за творенье и статью за совращение муз.